Здравствуйте, дорогие зрители! Рада, что вы зашли на мой YouTube-канал «Телеклуб Оксаны Гетман». И сегодня мы с вами поговорим о том, что будет в следующей серии проекта «Холостяк» на телеканале СТБ. И я, как всегда, попрошу вас написать, кто из холостячек вам нравится больше всего. А в следующей серии девочки отправятся во Львов. И там одна из девочек обнаружит улики на теле холостяка, будто он тайно с кем-то встречается. А также будет проведена проверка. При свидании с каждой девушкой холостяку придет смс-ка от некой тайной поклонницы с договоренностью о свидании. А также вернется девочка, которая уже выбыла. Кто это, по вашему мнению, напишите в комментариях. Я все-таки думаю, что это Настя, актриса нестандартного жанра. Вот просто интуитивно мне так кажется. Просто все, кого показали в анонсе, не сильно нравились холостяку, а вот Настя нравилась. Напишите мне в комментариях, какая девочка вам нравится больше всего. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!